Эту стену на Крылова Павел, как говорят уличные художники, бомбит второй год подряд и уже потратил больше 50 литров краски. Помогают выводить линии и тушевать его же ученики. Кстати, в первой части рисунка зашифровано поздравление Абакану в честь 80-летия. А что будет изображено рядом, Павел не рассказывает. Если вы хотите прочитать, то можете сами прийти и попробовать это сделать. Относитесь как к ребусу, что ли. Просто загадка. Искусство граффити в Республике Хакасия развивается довольно-таки скоро, быстро. То есть темпы вполне нормальные, естественные. Единственное, что существует несколько видов, так скажем, искусства граффити. То есть вот тот же вандализм, который мы периодически видим в городе, я лично к нему отношусь очень негативно.